Его еврея по рождению в детстве крестила няня. И с тех пор он, Борис Пастернак, мучительно, но твердо и высоко нес крест истинного христианина. Отказ подписывать письма в период репрессии в 1937 году, отчаянная защита Шостаковича после статьи «Сумбур вместо музыки», письмо «Отказ от Нобелевской премии ради того, чтобы остаться на родине» – все это поступки православного человека, глубоко верующего. В 1953-м, после инфаркта миокарда, лежа в Боткинской больнице, он особенно ощутил реальное присутствие Бога и горячее желание славить Господа. По воспоминаниям, он вместе с больничной няней молился и вспоминал любимые места из церковной службы. А в 1960 году, когда его отпевали в храме в Переделкино, собралось несколько тысяч человек. По сути, панихида превратилась в тихую скорбную демонстрацию против безбожной власти. Анна Ахматова вспоминала: «У меня было такое чувство, что это торжество, большой религиозный праздник. Это были настоящие русские похороны. Такие нужно заслужить». Борис Леонидович Пастернак.